Привет, привет! Сегодня мы приехали в город Щебенек и немножко погуляем по этому городу. Посмотрим, что здесь интересного. Сейчас найдем с Марочком по набережной. Мы посмотрели по карте, что здесь должен недалеко быть где-то музей. Идем посмотрим, поищем его. Да? Итак, ну, Марочек, Google нам в помощь, и мы нашли музей. Мы в Щебенеке. Музей находится в каком-то таком старом замке города. Уже полез по крышкам. Сейчас идем смотреть, что там внутри. Музей этот краеведческий. И тематика там будет разная. Начиная от древних времен, кончая средневековья. Может быть, еще и нашего времени. Пойдем посмотрим. Слава Богу, здесь не жарко. Пойдем дальше. Мама, а здесь чудеса присадки. О, посмотрите внутри. Мама, чудеса присадки. Такие красивые улочки. Посмотрите, это как оборонительная стена, которая ограждала, наверное, какую-то такую часть города. И выглядит так. Очень красивые дома. Здесь очень так все аутентично. Посмотрите, мы нашли. Какой-то указатель, что есть там где-то аквариум и террариум. И возможно, если мы тоже туда сходим, посмотрим, что там есть. Пойдемте дальше. Ну, ребята, в общем, мы нашли музей, но это церковный музей. Туда мы не хотим, потому что, ну, я думаю, что там будет не очень нам интересно. Мы хотели немного другой краеведческий музей. Поэтому мы дальше путешествуем по этому сказочному городку и ищем музей дальше. Да, Малышка? Мы вышли на какую-то площадь. Ищем дальше. Мама, еще какой-то музей нашел. Мы немножко заблудились в этих старинных улочках. Сейчас мы спускаемся в какой-то двор. Но здесь очень другой какой-то к нам. Посмотрите на это. Да. Мама! Это старинный музей. Да, посмотри, какая красивая музей. Да, это закрыто. Мам, нам нужно вот эти панели, где светильники. Посмотрите сюда, по-моему, мы нашли наш музей, который мы искали. Это вот этот вход, пойдемте посмотрим. Он ли это на самом деле? Мы его нашли. Мы приехали в музей Щебенек. Это краеведческий очень классный музей. И сейчас мы будем рассматривать, что здесь есть. Музей целого родного края. Дальше здесь уже всякие разные изделия из стекла. Ой,
древние монетки. Это опять фрагменты древней раскапывают из песка. Скелет? Да, да, здесь лежал скелет, Марочек прав. Там был скелет, Марочек. Это была похоронена женщина какая-то, и вот ее сережки, посмотрите. Ее нашли в этой гробнице, и на ней были украшения. Интересно, да? Конечно, а вот еще все это. Ребятки, мы зашли в следующий зал, который посвящен эпохе уже Средневековья. Далмация, Чехословакия, регион Далмация, Средневековья были под властью Византийской республики, Византийского королевства. Посмотрите, стол для двоих. Раньше так было принято, как
А кто здесь сидел? Ну, здесь сидел какой-то сэр, и его леди, и дружу, наверное, за этим столом. Здесь горели свечи, была вкусная еда, и принцесса здесь сидела со своим вот родом, и принцем, и милым, и таким вот старостольником. Ребятки, мы пришли еще на третий этаж этого музея. Здесь можно посмотреть разные книги интересные того времени. Вот, но самое интересное, что мне понравилось, это вот эта старинная книга. Посмотрите, это книга 1619 года, и там сохранились цветные гравюры. Посмотрите, вообще прелесть. А это какая-то красная комната. Опять же, все в основном посвящено религиозной тематике. Нормально, все. Портрет какого-то церковного деятеля. Мам, еще бонусы есть. А вот макетик. Кстати, Марочек, пойди посмотри. Ага, посмотрите, это как поднималось. Осторожно. Стой, подожди. Что это такое? Ну, в общем, с помощью этого прибора строили здание. Так, сейчас посмотрим, как он работал. Он у меня пришел, не поднимается. Этого музея. Здесь она уже посвящена средневековому оружию. Посмотрите, такие шпаги таких венецианских воинов, купцов. Очень красивые. Мама, да. Да. Ирина Царевич, кроме этого няня, это замок, а вот его макет. Марочек, посмотрите, какие пистолеты того времени. Можете себе представить? Я уже хочу назад. Как были вооружены люди того времени. Каждое оружие, каждый пистолет – это настоящее произведение искусства. И каждое такое оружие стоит целое состояние. То есть позволить себе его мог только очень богатый человек того времени. И каждый пистолет делает что-то. Ну а здесь можно сесть и посмотреть. Марочек, садись. Итак, ребятки, мы с вами сегодня посетили краеведческий музей. Надеюсь, вам очень понравилось. Пока-пока! Пока-пока, оставайтесь с нами, путешествуйте с нами. Пошли!